день, ребят, мы приехали в город Кабул к нашему 50-му дому по счету. Как мы сделаем, произведем монтаж, мы вам покажем вкратце за 2 минуты и расскажем один из наших секретов по монтажу пластиковых окон. Как я вам обещал, один из секретов, который мы используем при монтаже, вот тут будет входная дверь. И как обычно, как стыкуют входную дверь? Из двух кусков с стыками, с макаронами, как их называют. И все. Мы используем немножко по-другому. Мы при стыке двух конструкций используем вот такую усилительную планку, которая декорируется вот такими декорами, которые декорируются. И конструкция стоит мертвая, неподвижная. По статике это очень-очень-очень хорошо. Как это будет, мы вам покажем в нашем видео отдельно по стыку пластиковой конструкции.